Европейский комитет Евро-НКАП включил испытания систем экстренного торможения в стандартную программу еще 3 года назад. Пешеходам посвящены 2 теста. В темноте со скоростью 60 км в час автомобиль должен обнаружить человека, идущего прямо по дороге. А днем должен затормозить со скоростью 30 км в час перед манекеном, вышедшим из-за припаркованных машин. Американская же автомобильная ассоциация AAA не проверяет все автомобили по единой схеме, но зато имитирует более реалистичные ситуации. На сей раз для испытаний взяли 4 седана – Chevrolet Malibu, Honda Accord, Tesla Model 3 и Toyota Camry. Тесты проводились на скоростях 32, 40 и 48 км в час. В светлое и темное время суток, а манекены изображали не только взрослых, но и детей, которые стояли на проезжей части или выходили из-за машин. Результаты оказались разгромными для электроники. В целом автоматика оказалась неэффективна во всех сценариях, когда автомобиль двигался со скоростью 48 км в час. Наилучший же результат был получен днем на минимальной скорости со взрослым манекеном. Однако автомобили предотвратили лишь 40% столкновений. Манекена ребенка сбивали в 89% попыток, даже на скорости 32 км в час. Стоящие на дороге взрослые были бы сбиты в 80 случаях из 100, а ночью вероятность быть сбитым вырастает до 100%. То есть ни один автомобиль не отреагировал на взрослого пешехода в темноте. Американцы сымитировали и несколько других сценариев. Например, столкновение с пешеходом после поворота вправо. Вероятность столкновения оказалась 100%. А двух взрослых, стоящих спиной к движению, сбивали в 80% случаев.